Да, снега много. Кое-где ямка по колено. Опа. Ну вот. Не успел пойти, уже набрал. Карьер Липовка. Красота. Вот там вот след проходил. Хита 2015. Красивое место. Прекрасный вид. Снега, правда, много сейчас. Ну, раз уж приехал, спускаться надо. Ну вот, немного спустился, еще осталось. Вот сейчас я стою как раз над сибирячкой. Вот там вот она. Все засыпано, осыпалось. Здесь кто-то упражнялся уже. Да, обвалилась как. Капитально. Элементы скольжения, да? Вот. И вся сибирячка вот здесь вот. Зарыта. Так что, если кто-то думает, что здесь можно поработать, это напрасно. Все завалено. Вот небольшие элементы напоминают, что здесь жилка идет. Ну вот. Так что турмалинами здесь не пахнет. Может, где-то можно вот здесь вот в отвале помыть, но, по-моему, здесь уже на 100 раз все промыто. Кто-то ходил уже нынче. Кто-то тут отвал перебирал. В принципе, правильное решение. Да делать нечего. Вот.
слюди, шерлики, что ли. Интересный образец. Ну, шерл крокозябра. О, холодная вода. Так, ну в какой пойдем ручеек? В этот. Вот в этот. Или он там где-то журчит. По порядку. На зарядку. Что намыло, что вынесло. Кварчик. Да. Неплохой образец тут, такой холцебой. Нормалек. Плавно перемещаемся. Кварц вот тут халцедончик просматривается. Ну ладно, пусть лежит, кто-нибудь соберет. Тоже сверху такой корочка кварца. Ну ладно, отмоем.
Думал, лед, а это кварц. Все мороженое. Все примерзло. Гематит липовский. Вот такие вот курочки кварца. Тут, смотрите-ка, тоже что-то оставим. Кто-нибудь заберет. Что это? Не знаю, что это такое. Гранат, не гранат. Понял. Ну вот можно использовать это такой метод. Ладно, посылаемся такое небольшое. Вот водичка размывает. А тут смотрит. Дончики. Это получилась естественная мойка. Уже и луна взошла.